Как развлекать своего клиента? Музыка, кино, телевидение. Это мы рассматриваем на уроке мультимедийные системы в проектах «Умного дома». Потоковые сервисы или локальные библиотеки. Профессиональные серверы или просто Chromecast. Мультирум или медиасеть. Какова адекватная стоимость элитного домашнего кинотеатра? Но эти и много других вопросов получат свой ответ с примерами реальных воплощений в проектах.